все самые известные сказки начинаются со слов «в тридевятом царстве». Часто, а по мне так даже слишком, главной героиней в них бывает милая девочка, которая вырастает и становится умной, смелой и очень воспитанной. Вошка букашка. Но однажды какой-нибудь отважный офицер, такой как я, например, решает ее разоблачить. Они ведьмы! Что? Что вы делаете? И тут неудача. Как обычно, появляется прекрасная ведьма, чтобы освободить ее. Сама ты ведьма! О, боже! Фрукты, карамельки. Дарим самым бедным ребятишкам. Чтобы сбылось предсказание колдуньи Бифани. Поверь, все будет хорошо. А? Я тоже хочу стать ведьмой. Моника Белуччи. Похоже, пророчество сбывается. Невероятные приключения. Смерть всем ведьмам! В семейной комедии узнайте, как началась история колдуньи Бифаны. Хватит, недоумки. Школа волшебства. В кинотеатрах с 30 июня.